Чувашский государственный театр оперы и балета в апреле порадует ценителей хореографического искусства. С 22 по 26 апреля на его сцене пройдут спектакли 18-го международного балетного фестиваля. В первый день фестиваля зрителей ждет премьера «Тысяча и одна ночь». Этот балет на чувашской сцене впервые был поставлен четверть века назад, однако сейчас будет представлен в новой редакции. Это будет нечто новое, авторское и кардинально отличающееся от классической версии. Чувашский государственный театр оперы и балета продолжает принимать именитых гостей. 23 апреля чебоксарские зрители увидят балет «Корсар» в постановке Марийского театра. «Лебединое озеро» 25 апреля познакомит публику со столичными мастерами. Гала-концерт порадует зрителей выступлением отечественных и зарубежных виртуозов балетного искусства. Приедут гости из Эстонии, будет участница американка Джой Уомак, она достаточно так... уже в России засветилась, она даже умудрилась поработать в Большом театре. Вот. Приедут к нам и артисты из театра балета Бориса Эйфмана, замечательного коллектива, одного из ведущих коллективов нашей страны. Вот. Останется на гала-концерт Илья Кузнецов. Приедут солисты из Михайловского театра, из Мариинки, из Пермского театра. По традиции с нашими исполнителями работают постановщики из других городов. На этот раз приглашенными стали широко известный в хореографическом мире Давыд Авдыш и художник-постановщик Анна Устинова. Ее работы на этом фестивале дебютные.